Коллекцию ярких украшений Фариза Жалмирзоева создала собственными руками. Казалось бы, что сложного? Немного усидчивости, дизайнерского таланта и красивой фурнитуры, и можно собрать новый шедевр. Но хрупкой рукодельнице приходится не только сутками скручивать проволоку, но и паяльником регулярно пользоваться. А началось все, как всегда, в далеком детстве. Еще в начальной школе мастерица сама делала для себя браслеты и кольца, и даже создавала декоративные элементы для дома. Вот это одна из моих первых работ. Я это сделала, по-моему, в классе 4 или 5. Тогда у меня таких инструментов, как сейчас, не было. Там проволок качественных специально для украшений. Вот с чего нашла у папы в гараже, из того и сделала. Уже будучи студенткой, девушка сделала для себя необычное колье из бисера. Украшение понравилось подругам, они попросили сделать и для них. И вскоре слава о талантливой рукодельнице разлетелась достаточно далеко. Вскоре в ассортимент добавились ободки и короны. С недавних пор такие украшения вошли в моду у невест. На один королевский убор может уйти от суток до 3 дней, но и цена за такую красоту окажется соответствующей. Мастер уверена, ручной труд и индивидуальность работы должны быть оценены по достоинству. Да и фурнитура обходится недешево. Я вообще поначалу начинала с пакетиков бисера, ну, которые 100 тенге стоят, вот так начинала, ну, может, максимум я за 1000 тенге, да, закупилась, и я тогда украшения слишком, можно сказать, даром продавала. Одно украшение, которое я делала неделю, я продавала за 3500 тенге. Это, не знаю, как я... Не то чтобы не ценила труд, я боялась, ну, поставить такую... большую сумму, думала, что люди не будут покупать. Однако пользуется рукоделие большой популярностью, особенно в Астане, Алмате и Москве. Салоны красоты Казахстана заказывают посылки с гребешками, чтобы перепродать их по своей цене. Конечно, хотелось бы Фаризе открыть свой отдел. Я бы открыла здесь, потому что я здесь живу, и мне легче будет, ну, ходить как на работу туда, украшения оставлять, но у меня здесь покупателей очень мало, и мне нет смысла здесь открывать. Сейчас Фариза Жалмирзоева – обладательница собственного популярного бренда. Конкуренции в городе у рукодельницы нет, поэтому она не боится проводить и мастер-классы. Однако на украшениях мастер останавливаться не собирается. Ей нравится создавать красоту своими руками. В будущем Фариза планирует стать известным дизайнером и выпустить собственную линию одежды. Светлана Лебедева, Владимир Пороховой, новости Семиртау.